Ну что, телефузики, пожрем на камеру. Калуга бандиты, привет. Жилетовские мои подписчики любимые, привет. Этот я уже выпила, как его, этот раствор-то, витамин С. Начинаем трапезу. А что, мне не жирно, вам я не знаю. Вкуснятина. Отпад. Ой, а вкусные. Кто это забыл пакет? Забыл пакет, кто-то очень вкусный. Угу. Спихачки вкусные. Люблю я повеселиться, особенно пожрать. Мне не жирно, телепузики. Масла не хочу. Дождь идет у нас. И буженина такая вкусная. Хороший человек. Жилетовый кто-то пакет оставил. Спасибо. Угу. Я сама в шоке. Да, в шоке я. Я сама в шоке. Живу я весело. Я не могу. Надо идти голосовать, а я жру. Да там без меня проголосовали. Угу. Три татушки, три татушки.
Ну, я понимаю, жру. Люди в Африке голодающие есть хотят, а я жру на камеру. Это меня жизнь заставила жрать на камеру. Угу. А я все жру и жру. Кто-то день рождения отмечает, кто-то картошку купает, копает, кто-то гуляет, а я все жру на камеру. Мне не жирно, а вам я не знаю. Да? Надо хлеб убрать, а то весь хлеб съем. Раньше так масло любила сливочное намазать, там с кофе, чаем. Сейчас что-то не могу выйти, еще не могу есть. Не знаю, почему. Дождь идет. Но я хочу сказать, я себя сейчас лучше чувствую. Может, правда, от погоды? Не знаю. Ой, обожралась. Сейчас это десерт буду есть. Грушу. Да. Ой. Ребят, ну груша. Я такой сорт не брала. Очень вкусный. Ребят, ставим мне в Ютубе лайки, пожалуйста, на все видосы. Ага.